мне задали такой вопрос. У нас вот в нашем содружестве, я так понял, что бытует мнение такое, что когда ты продаешь недвижимость, дом свой, то ты должен десятину отдать Богу. Я вот хотел спросить, если это так, то в Писании есть об этом подтверждение? И еще такой вопрос вдогонку, что если ты не отдаешь десятину с продажи своего дома, недвижимости, в таком случае ты являешься вором или нет? Тут один только вопрос надо. Здание, дом, который ты строил, какие средства были? То, что оставалось от десятины, тогда ты ничего не платишь. А если ты не знал про это или не хотел, тогда, конечно, надо отдать. Эта десятина была заложена в дом, когда покупал и строил. Тут все просто. Два варианта. Аллилуйя, я понял, не знаю, как другие, но я для себя все, ответ разрешил. Да, как, конечно, это, говорит, многое узнали в немногих словах. Да, слава Христу. Я тоже так же считаю. Ну, правильно, что тут? Мы детей приучали детей, ходили когда за малиной, колхозные сады. И идем через... Короче, идти другой стороной. Я говорю, нет, ну маленько подальше, чтобы на батюшку натолкнуться. К нему идем на дом. Ну и свои кружки показывают, и отсыпать по десятины там сколько. Он не берет. У меня, говорит, малины хватает. Никогда не берет. Так мы, батюшка, за благословением пришли. Ну тогда благословляем. Все довольные, веселые, пошли. Это надо с детства вкладывать. Вот что ты заработал, выкопал, что овцу у тебя вырос, десятина принадлежит священству, десятая часть. А она Божья, моя, говорит Господь. Люди никак не могут это понять. Бог дал солнце, дал. Но если он солнце дал и землю, и воду, воздух, то мы начали, я строю это из этого, без этого и шагу не сделать. И Бог это все сделал. Ему 100% принадлежит, что я назвал. Ну, так ему принадлежит тогда выходит, если мы компаньоны. Ну, да. Ну, а раз, ну, да, так же всем говорит. Десятина изначально нам не принадлежит. Господь ее приложил к нашим, чтобы мы своей рукой отдали. Вот и все. А то я... Да, я подытожу, Игнатий Тихонович. То есть, если ты, будучи верный, ты приобрел свое жилье, уже отдавая всегда десятину, то... В таком случае ты дом свой продаешь, и все это, деньги тебе принадлежат. Ты десятину уже с него не отдаешь. Не отдаешь, потому что ты... Да, это я вот для сестер, чтобы и сестры поняли. Деньги у тебя были в чистом виде, очищенные десятины, как отдать, назовем так. Ну и все, ты вложил, ну, дом. А это могли лежать деньги, это твои. Ты можешь отдать больше, это твое право, но обязанность отдать десятину. А остальное от расположения. Вот меня все удивляются, что с книгами, там это, что в тюрьме как было, ни у кого не было, кто сидел, чтобы люди обращались, и так начальство было, начальник тюрьмы там тебя вызывает, и охранники слушают. Я уже говорил, и с баптистами, и там адвентисты седьмого дня, кого сажали? Священники, ни у кого даже близко этого не было. А почему? А у Бога высчитано. Я вам рассказывал, когда я первый раз о десятине услышал, а мне 23 года. У меня сердце прямо заколотилось. Я могу больше отдавать. Вот решил отдавать 9 десятин. Из 1900 отдать, а сотня себя. Ее мало, надо 2-3 работы. Всю жизнь так работал. И поэтому мне, что бы я ни начал делать, как будто небо открытое. Вот сейчас только сегодня уже двое тут, которые зашли, и вам как Бог это открыл. Я только хотела вам написать, а вы стучитесь. Не знаю я эти вопросы. Это Бог делает, открывает. И вы узнали даже, сколько у меня... Да ничего я не знаю, тысячу раз говорю. Это благодать Божия знает. Он, Господь, и открывает. Вот людям говорю, как я ложусь, как я встаю, как меня ангел будет. Ангел тут, только ангел. Я сразу соскакиваю на молитву. Вот сказал, мне надо сегодня 3 часа 13 минут или 17 минут. И именно в 3 часа в 17 минут стенку стучит или будильник загудел. У меня его нет, будильника даже. Понимаете, это радостно слышать. Аж я на себя ничего не беру, не знаю, говорит, в теле или не в теле, как Павел. Я благодарю Бога, и все это вызывает у меня обильное благодарение слезами.
Я просил дар слез, все блаженства я выпрашивал у Бога. И Бог дал, как пишет Кирилл Игумен с Берсеневки, то где вы видели такого еще человека, чтобы часами стоять на коленях в церковной ограде и плакать, почему людей не учат? Это Бог делает. Вот какое ни возьми, это я выпросил у Бога. А первый раз, когда начал толкование давать, я Златоуста не считал. Но когда Златоуст пришел, я его слова говорил, я его просто как будто кто-то мне вот эту черепушку поднял и заложил туда 12 томов. Как это может быть? Не знаю. Люди еще некоторые верят, а некоторые не верят. Я говорю, а то, что я был душой общества, как говорят там сотни анекдотов рассказать, я сразу помолился, утром встал, ни одного нету. Люди в это не верят. И вот Григорий Ниский говорит, люди верят только в то, что сами могут сделать. А мне еще смешнее. Я совершенно ни за кого себя не считаю, никак. Живу открыто. Вот сейчас там что Потеряевки, там что-то где-то. У меня четкая программа, очень четкая. Помочь где сколько кто может. Потрудиться, вставать в то же самое время, заниматься с людьми, с детьми. Я перегружен буквально и уже приготавливаю себя босиком ходить. Да. Вот ждем с Вячеславом, уже больше 20 человек зараз приезжает. Это же уже на крещение. Вот батюшке еще говорю, чтобы архиерея пригласил. Нынче дня деревни-то не было, такая погода была. А как раз на 16 июля батюшка, наверное, отодвинул, потому что не совсем прогревалась вода. Я думаю, так. Он не говорит... Почему сдвинул-то на 9-го должно было быть нынче крещение, а отодвинул на 16-е, ну, мы зависим от него. И благодарим Бога. Мне сказал батюшка, почему отодвинул. Приближаемся все ближе и ближе. Еще вот 2 дня полных, и утром рано за мной приезжают братья. Пока складывают, записывают, чтобы ничего не забыть, взять. Сегодня ответ... Должны были дать из органов МВД по мосту. Я говорил там, какое. И обратный адрес-то был на Вячеслава. И они даже этого и не поняли где-то. Никак, к нам придите, чтобы на столе что-то писать. Что-то писать-то? Там надо каждый квадратный метр вымерить и посмотреть. Я забочусь, чтобы его не взорвали. Ну, какой нас мост нехороший, то есть один из лучших. Ну, это не тот мост, конечно, короче, чем на Крым. И там не уберегли, взорвали. Еще непонятно. Если над самим Кремлем взрывали эти квадрокоперы, которые... Что спрашивать-то? Поэтому я забочусь об этом. Я вижу, где обхожу, и... А они отказываются. Я должен прийти в милицию, за столом сидеть, еще... Он совсем никакой выходит, там участковый. Да при чем тут участковый-то? Главное управление МВД, а какой-то участковый в другом районе. Он и в глаза-то, может, не видал это. И никуда я не пойду. Я сказал, когда идем мимо, специально памятная доска из мрамора, там, как погиб мэр города Барнаула, Баварин Владимир Николаевич. Мы туда и обратно останавливаемся, открыто, рядом остановка, прям совсем близко, автобусная. Все нас видят, и мы молимся с поклонами. Упокой, Господи, душу раба твоего. Он был православный христианин. В Википедии, вот посмотрите, и там никогда вероисповедание таких людей, там мэров, губернаторов, артистов, никто не пишет. А у него так, вероисповедание, православие. Он так много сделал. Вот эти 2 дома, это место, как бы он там ни подтолкнул, ничего бы не было. Потому что мне дали государственное имущество, когда я выиграл процесс. А мне деньги зачем? Нам нужно было место для храма. И вот он приехал. Я могу показать фотографии его, как мы стоим, а потом как ударили по рукам. И по фотографии одна, мы обнялись и поцеловались. Так на меня. Он парторг, с кем целуетесь-то? Я вижу, это другой человек, не парторг. Какое он мне письмо написал. Не он, а оно, это от имени Краевой Горелской администрации. Это считать начнешь и даже не верится. Кто, слышали, нет? Про письмо вы спрашиваете? Да, которое он написал ко мне. А то я прочитаю вам.
Зачитайте, пожалуйста. Сейчас. Я могу потом его скинуть. У Вячеслава там все копии. Так. Что же у меня тут? Сумею я сделать? Нет. Так. Так, так, так. Что же это я его не найду? Так, так, так. Вот она. Вот так. Вот я не знаю, вам видно, нет? Я буду показывать... Видно? По половинке буду так. Видите, бланк городской администрации. Да, потом на паузу поставим и прочитаем. Ну вот смотри, как тут написано. Так, минутку. Бланк. Администрация города Барнаула. 656-099, Барнаул 99, проспект Ленина 18, телефон 23-37-55. 27 ноября 1997 года, номер 084-79. 656-016 Барнаул, улица 2 Строительная, 62-16, Лапкину ИТ. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили через его советника, Овчинника Владимира Петровича. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине, к ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы. Но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. Оба Слова и Божие с большой буквы, с уважением. Глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. О! Это как? Это чудо Божие. Еще бы. Он был парторгом моторного завода, потом, где вот как только он давал отчет, как мэр города, каждый год. Ко мне специальный посыльный был, то ли секретарь или кто, приносили приглашение прийти там, ну, музыкальный театр, где происходил его доклад. А потом меня спрашивали, ну вот он выступал, говорил, как вы считаете? Ну, считают, что я оратор и прочее. Так вот с позиции человека, который проповедует, я говорю, тут есть чему поучиться. Он каждому человеку подход имеет. И когда мы ехали в машине, он впереди сидит, а уже, видно, сознакомился с кое-какими бумагами. И вот так вот вывернулся назад на меня. Это вы в моем городе живете, в моем городе, как он город любил. Ваше имя будет в анналы края там города записано. И вот не отвернулся, пока доехали, а потом уже дом осмотрели, он передавал. Когда 11 лет шел суд, и Господь сделал, что выиграл я его, а они мне вначале должны были 11 миллиардов по тем деньгам. Потому что я делал переводы с разных языков, композиции составлял, 50 томов насчитано, аудио, какие катушки были, все с украшениями. Ну и по государственным нормам, учитывая дефолт, все остальное. И вот такая цифра налетела. Там есть один такой газета, «Свободный курс». И она говорит, что мы оказываемся свидетелями беспримерного, вот как назвали, решения вопроса. Последний этап. Вот столько-то Лапкин получит денег. А вот куда решить идет, он знает. На восстановление родной Потеряевки, комбайны, трактора, машины.
Ну, конечно, все не отдали. И Бог все одно к одному подогнал. Судебный исполнитель, я вообще не знал его такого. Она явилась, какая-то Пищушкина, и заявила, пока с Лапкиным не рассчитаетесь, арестовываю все счета бюджетников. Ни учителя, ни врачи, ни рубля не получат. Это самый момент был тяжелый. В 97-м году было. Ну и меня вызвали, дескать, как вы хотите, как бы мы могли решить. Нас, видите, заблокировали. Я говорю, нам нужно место, мы православные, но сделать отдельный храм. Мы не хотим, чтобы была торговля, чтобы за деньги делать. У нас деньги нигде не появляются, нигде. За 7 лет никто их не видел. Свечи чисто восковые догорают до дла, до конца, пока не погаснут. Ну и вот самый красивый район около Уаби, рядом. Вот это приехали, главное... Краевой суд, где меня осудили, и по этапу отправили, он прямо, я в окно могу его видеть, здание. А второе предложили, прямо напротив СИЗО, следственный изолятор, там уже все. Погорел какой-то магазин, ну, там на гору, а тут на ровном месте. И все так прекрасно, рядом как рукав от Оби идет. Не проточная, она только затекает, как аппендикс. Ну, широкая, там метров 200. И вот здесь... Я здание-то одно осмотрел. И главное, да, это были, которые у меня Зверев, Курьядов, там, ну, что-то такое там, Быков. А тут сразу фамилии, кто со мной едет, Миролюбов, Богодержавный, там, вот такие вот слова, прям как будто нарочно сделанные. А когда обыск делали, Тупицын и еще какой-то Свербишин или что-то, Карманов, вот, Карманов. У меня, когда грабили, все забирали-то. Вот Тупицын и Карманов. Вот. А тут пошли сразу Миролюбивые, там, ну, такие названия. Это у Бога все было уже известно. И вот я получил эти два дома. В одном мы сразу стали перестраивать под храм. И он не один раз приезжал, мэр города. Смотрел, как быстро у вас работа идет. Такой веселый всегда, когда увидит. К нему трудно попасть там было где, кому-то. Ну, город-то все-таки 630 тысяч. А я к нему мог в любой день заходить. Или что-то я позвоню, он тут же сразу ответит. Там где-то надо оформлять было. Это свод был, спасение на водах. И в жилые помещения там столько налепили разных... организации. Он только звонок даст, он сильно уважаемый был народом. Он входил в десятку лучших мэров России. Я их не знал, эту десятку, но предполагаю, что он в десятке был самый лучший. И мы когда идем мимо к мосту с Любовью Николаевной Топотеевой, и тут доска такая памятная, и памятник, как ему, из мрамора, так как бы доска, и разрубает сосуд из малахита пополам. Как, ну, жизнь окончилась. И рядом, прям совсем рядом его площадь, улица его именем названа, и часовня именем Владимира князя. Раз Владимир, то и чтоб помнили. Вот такое дело. И когда я не досказал свободный курс, это статья есть для слова Божия нет уз, там это статья. Они статью это написали, и большой железный сейф, и я на сейф так облокотился и стою, подделали так, как будто на самом деле. Беспримерный, говорит, по иску. И что? Когда должны были мне там 5 только, допустим, миллиардов, в это время они хотели мирно закончить, я на это не пошел, потому что это не мои деньги. Но я им написал, если вы дадите мне справку на бланке КПСС, краевой администрации, краевой КПСС, что мы, большевистская партия, обманом пришедшая к власти и уничтожавшая свой народ, и печать поставите на этом бланке, и я не буду с вас требовать. И говорит, ну они почему-то отказались. Коммунисты-то. А когда совершилось уже это, вот у них грехопадение-то, сняли их. Они тогда, ну, мы можем подать, да теперь не надо, вас и нету. Как вы можете написать, когда власть отнялась у вас? Я им вот что предлагал, выход какой. На бланке показать, что это с человека ненавистническая партия, обманом пришедшая к власти, уничтожавшая свой народ. Вот так. И кто мне помогал, они их люто ненавидели. Мне сильно помогал, его как назвать, я не знаю, председатель или как там, суда железнодорожного района, ЛИР, Иван Иванович.
Его машина задавила. Он со мной ходил по разным, доставал какие бумаги, его машина задавила. Вот такие, брат, дела. Я осторожничал так, лишний раз где не появляться. Ну и когда все случилось, они эти документы прятали, по каким я составляю композиции, там переводы, это очень ценно стоило. Один час 550 рублей. Ну, это отрицать никак нельзя было, потому что государственные расценки. И вот так вот вышли. И вот он тут, собрались они вместе. Один был сейчас, как я могу сказать, ректор, кажется, там, юридического факультета или что-то, Тен, какой-то кореец. Ну и там еще кто-то собрались. Наверное, говорю, краевая прокуратура тоже была, а там прокурор был, генерал-лейтенант, он за меня был везде. Юрий Федорович. Вот. И собрались, и говорят, руки, ноги, лапки, ну не вставить. Со мной что делали, крутили там. И Юрий Федорович Пороскун, это тоже там якобы был. Ну давайте кончать это дело. Ну сколько человека можно мучить-то? А когда спрашивали, я же ничего не знал. Молились-то по домам, там 30-40 квадратных метров. А сначала они перекинули КГБ в стороне, отвечал железнодорожный район. А там Петров был председатель у этого района. Но он говорит, а какого размера? Я говорю, ну, это ваша комната и секретаря, хотя бы такую. Это 100 квадратных метров. А получил 226 за двух зданий. Это все Бог делает. Притом я нигде не... А и говорят, надо было маленько нам, когда мне предложили, поломать, я не согласен. Да чего ж ломаться-то, когда я согласен-то? Я не умею это лукавить-то. Дескать, чтобы они увидели, я нехотя беру это. А когда показали мне, я опять в машину залажу, а этот дом, в котором я сейчас сижу, ну это тоже в одну входит. Это все, я согласен. Он говорит, Лапкин выразил большое удовлетворение предложенными ему зданиями. Как тут шло, ну и как мировой договор, ну и дальше все документы у меня уже на руках, как электричество проводили, все бесплатно, благодаря этому Владимиру, у могилы, не могилы которого, а где памятная доска, мы молимся дважды туда и туда, когда проходим. Упокою в обителях небесных. Господь, он так много добра нам сделал, как Корнилий в 10 главе Деяний апостолов. Видишь как? Это да, Бог-то. Хороший человек очень был. Да. И мы каждый день идем мимо туда и обратно. Если я спасусь, мы там с ним встретимся, то-то будет ему радостно. А его все забыли, как будто и не было. Тут меняют этих глав администрации-то. А он плотно стоял. За него голосовали, наверное, 99%. Он везде успевал. И котельные, и за порядком, и там спортплощадки, где дети, больницы, старики, детдомы, у инвалидов. Он все везде успевал. Вот какой был. И мы его помним, и молимся дважды о нем. Но первый день я хотел удовлетвориться, везде звонил, никто не знает. И главный редактор Шевчук Ольга Николаевна, «Алтайской правды», центральной губернской газеты, она говорит, он был верующий. Она говорит, да фотография есть, он стоит с ребенком в храме, на руках держит, где-то кумом был, кажется, у Золотухина Валерия Сергеевича. Вот какие дела. И мне, главное, подтыкали, вы с ними целуетесь. Я вижу, это другие люди совсем. Что вы то берете-то? Разбойник, который вчера разбойничал, и тот, который рядом со Христом, это два разных разбойника. И разбой, который молиться стал, вот я 27 сентября 1962 году в 17:00, и тот, который встал с молитвы, это два абсолютно разные человеки. Почему я говорю столь много о рождении свыше, о исполнении Духом Святым? Я получил от Бога все сразу. Потому что меня не надо было уговаривать, просто книгу дали, Новый Завет. И пока они обедали, я уже был другой. Только скорее бы помолиться, чтобы мне умереть-то, если я сейчас умру. А как умру, когда работаю на корабле, 100% здоровье, я этим не обольщался. И помолились, я встал другой. И уже к утру весь караван кораблей узнали, что Лапкин сошел с ума. Такая перспективная была должность. Учусь в высшее мореходное училище. 3 курса за год. По выбору комиссии на одном из 3 иностранных языков все предметы. А в душе пустота смертельная, скукота. И когда я покаялся тут, попросил у Бога веры,
И вот когда я говорю, рюкзак снимаешь, как в горах, когда ходишь, так еще в наклонность, у меня такое же состояние было, я же, кажется, вздрогнул. И верю, верю, вот так вот зазвучало эхом по комнате, где молились. Никто этого не слышал, только я. Я это слышал не ушами. Тогда я слышал хорошо. Ну, во флоте там не будут брать пистерей разных. Вот так. Хорошо вы занятия вели, я очень доволен. Спаси Христос. И противников не было. И кто-то тут с места выступал, я не раз слышал. Вот она едет, она все знает. Да благословит ее Господь. Так, ждем с Вячеславом, кто поедет. Ну, все у меня. Ну, братья, вопросы есть у вас еще? К Игнатию Тихоновичу. А разбежались, видать, никого и нету. Или все знают. Или все. У меня студенты, когда спрашивали, говорят, два варианта. И не задаете вопросы, знаете, сколько профессор знает? Или второе, ничего не знаете, как первоклассники? Нет, нет, это второе наше. Что, назвать кого-нибудь? Ну, тогда да, Игнат Тихонович. Так, я назову, так как откликнуться? Вот. Валерий Коробов молился или нет? Вообще молился. А когда молились? Давно? Давно. Давно. Итак, прочитают, пропоют, и вы сразу прочитаете краткую молитву. В конце прославьте обязательно Святую Троицу. И аминь скажите. Хорошо. И кто будет согласен с вами, тоже говорите аминь. Молитва делается общей, нашей. Итак, кто певец у нас тут? Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, благодарю Тебя за наши занятия. Научи, Господи, понимать Твою Святую Библию. Дай, Господи, мне силы не впасть в искушение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спасибо, Господи. Благодарю.